Хакерша похитила у Пэрис Хилтон деньги и откровенные фото. Женщина-хакер украла у светской львицы Пэрис Хилтон сотни тысяч долларов и откровенные фотографии. Об этом сообщил портал TMZ. Взломщица по имени Пайтсарпх Хаджан, получила доступ к банковским счетам Хилтон и в течение 2 лет похищала с них деньги. В 2015 году она использовала их для покупки билета на новогоднюю вечеринку в отеле «Разрвилд» в Голливуде. Общая сумма потраченных денег на вечеринки составила около 40 тысяч долларов. Кроме того, мошенница также направила электронное письмо одному из помощников Хилтон с просьбой перевести на свой аккаунт 80 тысяч долларов. Помимо этого, в руки хакерши попали откровенные снимки Хилтон в сервисе iCloud. Однако, как именно она ими воспользовалась, неизвестно. Жертвами взломов также стали отец светской львицы Рик Хилтон и сестра Ники. Злоумышленницу арестовали в 2017 году. Она признала себя виновной в сговоре и электронном мошенничестве. Прокуроры требуют для нее наказания в виде 57 месяцев лишения свободы и выплаты компенсации потерпевшей в размере 318,5 тысячи долларов. Больше важных новостей в TELEGRAM канале, лента дня. Подписывайся, перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.